Мы на месте. Мы приветствуем Ингу. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит, да. Посмотри визуально, что ей мешает, что мешает сканированию. У нее прозрачная, еле заметная накидка. Она ее в разные стороны так в руках держит, и у нее складки такие появляются, и поэтому видно, что это накидка. Ну, я ее чувствовал. Разрезаю эту накидку силой моего намерения. Вместе со всеми чипами, датчиками, имплантами, конвекторами все это выходит, формируется в шар перед ней, идет в клетку-тюрьму. Готово. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Инги, под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Инги, находит все. От накидки выстраивается канал к ответственным, притягиваясь в клетку-тюрьму. Это джин. Вот так вот. Больше никого нет. Какой джин? 27-13. Мы с тобой встречались случайно, джин? Нет, он бы тебя запомнил. Я тоже так думаю. Если бы запомнил, не пришел бы в эту комнату диагностики. И тогда у тебя бы не было такой опасной ситуации, где можно потерять челму, магические артефакты, кольца, серьги, сосуд с золотыми монетами и очень многое другое. Не так ли, джин? Не понимает, зачем запугивать бедного джина. Ну, я еще ни одного бедного джина не видел, хотя каждый утверждает, кроме золотых джинов, что он, кроме десятитысячных, что они бедные. Я тебя слушаю. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? 32 дня. На что ты зашел? Какой вещью? Или как это было? Рассказывай. Вещь. Это что-то тряпичное. Платок, полотенце. Это она купила или сложенное что-то. Понятно. Это ей подарили светлого цвета или темного? Не знает, какого цвета. Он пришел с этой вещью к ней. Она купила? Он ее расправил и сделал из нее накидку. Понятно. В квартире ты присутствуешь? Нет. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии. Инги спроецирует все энергетические и сферические каналы к джину и его накидке. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Инге. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от него, возвращается назад. Готово. Установили фильтр золотой сеточкой на эти каналы в порядке реверса. Инга забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они взяли, возвращает Инга себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Еще что-нибудь осталось в биополе, кроме твоей пыли? Есть какие-то подключки? Нету. Хорошо. Он есть сомнения этой накидкой, как внушал, что ли. Причем во всех аспектах сомнения. Она сомневаться во всем. Понятно. Хорошо. Инга теперь знает, о чем уверенность идет речь. Уверенность ей вернулась. Закончился реверс. Отлично. Джин, пыль осталась в биополе. Если да, втягивай ее в себя. Готов. Даю команду на рассинхронизацию Инги с джином и этой накидкой. Готово. Включаем внутренний белый свет Инги. Этим светом она выдалит из себя все негативное патогенное низковибрационное чужеродное и остаточные энергии от джина и его энергии. И этой накидки. Все выходит, формируется в шар. Есть шарик. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал, отстегивается, открывая воронку в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Под накидкой открывается воронка в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Джин, первое, последнее предупреждение. Ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Понял, понял. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте джина, и он уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Давай заправим Ингу энергиями, посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 385,25. На счет 3 макушку головы Инги начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 385% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инга, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Уверена. Отлично. Мы на месте. Мы приветствуем Арнольда. Он идет к маме. И мы спрашиваем маму разрешения на проверку Арнольда. Мама дает разрешение. Визуально что-то мешает? Да, мешает. Он ногу тащит, у него что-то привязано там. Разрезаю этот канат, к ноге привязанный, летит в клетку-тюрьму. Больше как гиря большая.
Утяжелитель какой-то. Утяжелитель, гиря. Хорошо. Ушло? Да. Да и команда на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Арнольда под ногами 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Арнольда, находит все. От гири выстраивается канал к ответственному, притягивая в клетку тюрьму. Стоит в клетке в тюрьме мой заложник. Бес здесь. Какой бес? 7. Бес. Я тебя слушаю, бес. Как долго ты присутствуешь в этом биополе и почему ты пришел? Почему пришел? Почему пришел? Потянуть энергии, вывести из себя, пощекотать нервные окончания. Гримасы перед зеркалом – это твоя работа? Он утяжеляет. То есть это его личное? То есть он, или как мне это понять? У него эта привычка была? Ты ее усиливаешь только? Или это? Он усиливает плохие привычки. Хорошо. Где ты выводит к нему? Их на нервные. На нервах он играет. То есть он опустошает ребенка. И ребенку самому потом плохо. Вот это опустошение приходит. Я не понимаю, почему ты это делаешь? Если бы это была взрослая какая-то душа, которая занимается какими-то другими вещами, низкими, на твоей чистоте, что ты приходишь к ребенку? Ты думал, никто сильнее тебя не придет и не накажет тебя? Ты знаешь, что здесь можно сгореть просто, уйти в галактическое ядро сразу, вместе с этой гирей, без разговора. У меня такая игра, ты хочешь такую игру поиграть? Он показывает, что он гирей понижает его вибрации. Он тебе давал повод для того, чтобы входить в его биополе. То, что он чист, это уже повод. Мы идем дальше, но я тебя предупреждаю, если ты второй раз окажешься в этой комнате диагностики, если я тебя здесь увижу, я тебя сожгу. Без всяких разговоров. Это первое и последнее предупреждение. Со взрослым я бы мог с тобой разговаривать. Но когда ты приходишь к ребенку, который даже толком не понимает, о чем идет речь, потому что ему всего несколько лет, и ты устраиваешь такие вещи, то я буду, соответственно, тебя за это наказывать. Ты меня услышал. Начинаем с реверса энергии Д, командую тонкой копии Арнольда, спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационной энергии в его биополе. Каналы выстроились, также к гире выстраивается канал. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Арнольду. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки 50 раз. Как долго ты находишься в этом биополе? 45 дней. 45 дней. Где ты подключился? Улица, на улице. Понятно. Он показывает эту гирю. Хорошо. Как мяч он ее кидает. Круглая она. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Арнольд забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него взяли, возвращает Арнольд себе обратно по праву. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Арнольда с этой гирей и бесом. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Есть. Включаем внутренний белосвет Арнольду. Этим светом он выдалит из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, остаточной энергии от этой гири и беса. Все выходит, формируется в шар. Шар готов. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемой энергией сжечь все каналы. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Под гири открывается воронка в галактическое ядро. Гири уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо. Бес, ты меня услышал. Если ты не хочешь уйти туда, куда гири ушла, ты больше никогда к нему не подойдешь. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Посмотри, сколько энергии нужна Арнольду и какая частота вибрации. 160. Да. 14. На счет 3 макушку головы Арнольда начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 160% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 14 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Арнольд, мы закончили твою проверку. Как ты себя чувствуешь сейчас? Он показывает, у него появилось два чувства. Первое – это радость. Да. Внутренняя радость. А второе – это взрослость. Взрослеет и становится опытней и старше. Сознание поэтому... у него пришло. Значит, тогда надо прекращать кривляться перед зеркалом. Будем тебя возвращать, Арнольд, назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Арнольда в его систему биоробот-душа.
заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга, проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готов. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем.